Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Впервые в России размер штрафа привяжут к мощности двигателя автомобиля. Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект, повышающий штраф для слишком громких машин и мотоциклов с 500 до 5000 рублей. Если мощность мотора превышает 200 лошадиных сил, то к пятерке будут еще накидывать 250 рублей за каждые 10 лошадок. Например, владельцу тюнингованного Гелендвагена с 700-сильным мотором придется заплатить 17500 рублей. Трасса 101. КАМАЗ заявил, что успешно тестирует беспилотный грузовик. Автомобиль на базе модели с индексом 43083 курсирует из одной части предприятия в другую, перевозя кабины. Машина оснащена кучей видеокамер, радаров, лидаров и сонаров. Высокоточная навигация обладает погрешностью всего до 5 сантиметров. Всю поступающую информацию обрабатывает робот. Он же, исходя из ситуации, дает беспилотнику указания. Трасса 101. Представлен джип Grand Cherokee нового пятого поколения. Продавать автомобиль будут и в России. Как ожидается, это произойдет в первой половине 2022 года. Создатели называют свое творение самым технологически совершенным, роскошным и подготовленным к бездорожью за всю историю модели. Одна из модификаций новинки получила гибридную силовую установку. Двухлитровый бензиновый турбодвигатель работает совместно со 136-сильным электромотором и стартер-генератором. Суммарная мощность агрегата почти 400 лошадей. Трасса 101. А Geely запустила в Китае продажи недорогого компактного электрического кроссовера. Стоимость Geometry EX3 в переводе на рубли начинается от 670 тысяч. Выглядит новинка как вполне себе приличный автомобиль, напоминающий, к примеру, Peugeot 308. Электромотор обладает мощностью 95 лошадиных сил, запас хода 300 с лишним километров. Зарядить аккумулятор до 80% можно за полчаса. Трасса 101. То, что автомобильные катализаторы крадут из-за дороговизны содержащихся в них металлов, это давно известно. Но чтобы из катализаторов добывали наркотик, с таким явлением столкнулась полиция Конго. Она выяснила, что в стране действует целое организованное сообщество по изготовлению из содержимого катализаторов наркотического вещества. Якобы внутренности нейтрализатора выхлопных газов просто измельчаются. Получаемое вещество окрестили не иначе, как бомба. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.